Взрыв этой ночью прогремел и в Турции, на юго-востоке страны, в провинции Диярбакыр, которую населяют преимущественно курды. На воздух взлетел заминированный автомобиль, припаркованный у стен полицейского участка. Затем неизвестные обстреляли здание из гранатометов. В результате 5 погибли, 39 человек пострадали. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственности за произошедшее. Тем не менее, турецкие власти винят в атаке сторонников запрещенной в стране рабочей партии Курдистана. Добавлю, атака в Диярбакыре произошла спустя 2 дня после теракта в центре Стамбула. Там погибли 10 человек, преимущественно туристы из Германии. Предположительно, за этой атакой стоят боевики, запрещенные во многих странах, в том числе и в России, группировки «Исламское государство».